вечер, дорогие друзья. Я и все наши замечательные артисты и музыканты рады приветствовать вас в этом теплом, уютном зале. И, конечно же, хочется поздравить всех вас с праздниками. Вы знаете, немножечко продлить это ощущение новогоднего чуда, рождественской радости. И поможет нам в этом сегодняшний вечер «Романтика романса». Я посмотрела в одной умной книге, что же такое романс. И во всех книгах написано, что романс – это камерное вокальное произведение, которому свойственна стихотворная форма и лирическое содержание. Иными словами, это поэтическое произведение для пения под аккомпанемент. Вот так. И все. Я не буду уверять вас, дорогие мои зрители, что романс – это вечное искусство, неподвластное времени. Я не буду уверять вас, что в романсе живут душа, ум, сердце и самые тончайшие нюансы человеческого настроения. Я просто предлагаю вам, дорогие наши зрители, настроиться на чудесную музыку, может быть, где-то закрыть глаза и представить, вспомнить, оторваться от земного бытия, предаться грезам, так несвойственным в наше время, и вспомнить что-то давно невспоминаемое. Вы почувствуете, как возвысится ваша душа. Вы изумитесь тому, что кто-то написал такие слова и такую музыку, которая именно откликнется в вашем сердце. Сегодняшний концерт называется «Романтика романса. Классика и современность». Ну, классическая часть закончена. Я хочу с особым трепетом пригласить на эту сцену удивительного, на мой взгляд, композитора. Его произведения нельзя уместить ни в один жанр. Здесь сочетались и классика, и романс, и босса-нова, народные джазовые мотивы. У него настолько богатый внутренний мир, что он даже сам стал писать стихи на свою музыку. И я горжусь тем, что могу исполнять его произведения. Я хочу пригласить на эту сцену удивительного человека и композитора Олега Молчанова. Ваши аплодисменты. А также музыканта Юрия Веселика. Первая вещь называется «Поцелуев мост». Музыка Олега Молчанова, стихи Аркадия Словорусова. Это мой любимый романс, и один раз к нам приехал известный продюсер и попросил именно эту песню для одной очень известной певицы. И спасибо большое Олегу. Он сказал, что я бы хотел эту вещь, эту композицию, этот романс оставить в том виде, в котором она родилась. Итак, «Поцелуев мост». Осенней серости промозглость, покорность палого листа, и полвздох, и полувозглас у поцелуева моста. В краю святом, но одиноком, где все смирение и печаль, мы повстречались ненароком и разминулись невзначай. Аллилуйя, и сердце прянет в высоту.
любви, о любви к родине, о путешествии. И, конечно же, есть такой романс Олега Молчанова, называется он «Осень в Париже». А вот Олег говорит, что это не романс, это смешение жанров. Ну, конечно же, как в самом начале я вам рассказала, что романс – это не конкретная субстанция, это чувственный внутренний мир каждого человека. «Осень в Париже». Нас никто
заключение сегодняшнего вечера мне хочется спеть, знаете, ну, наверное, мою самую любимую вещь. Олег написал ее в 16 лет, когда еще не мог даже ноты записывать. То есть она родилась у него в голове, и только сейчас, недавно, он написал стихи. Я приглашаю Ольгу Николаевну Калинину, замечательного пианиста, подключаемого. Романс называется, это не романс, это молитва. Мне кажется, высшая участь композитора писать не только о любви к родине, к другому человеку, но и о любви к Богу. Ава Мария. Христос.